Тере, хелло, здравствуйте. Я руководитель Объединения национальных меньшинств «Радуга» Калина Иванова. Находимся мы в Пярну, но мы объединяем не только Пярну, но и Синди и Хапсалу. С 91 года у нас проходит Масленица ежегодно. Также проходит фестиваль мультикультурной Пярну 22 года. У нас участвуют люди всех возрастов, от поджилых до детского сада. Мы танцуем, поем, рисуем, вяжем. Так что приезжайте, пишите, смотрите нас на сайте. Тере Туламаст, welcome, добро пожаловать!